Обороты, винты и вращения. У татарстанских болельщиков появилась возможность насладиться одной из самых давних олимпийских дисциплин – прыжками в воду. Первенство России станет первым мероприятием на одном из ключевых объектов Универсиады 2013 – Дворце водных видов спорта. Сегодня его начали тестировать юные таланты нашей страны. Более сотни спортсменов из 12 регионов России собрались под сводами этого спортсооружения. Для многих эти соревнования станут последней возможностью забронировать путевку на предстоящие студенческие игры. Символично, что именно в столице нашей республики и определятся именно тех, кто уже через пару месяцев вернется сюда в составе национальной сборной. К слову, тех, кто выступает под знаменами российского флага, татарстанцы теперь будут видеть чаще. Говорится, вот этот вид спорта должен стать базовым для подготовки олимпийских чемпионов. Привести сюда тренеров профессиональных, открыть детскую школу, открыть центр прыжков в воду. Я думаю, также будет сделано по другим базовым видам спорта. И плавание, и водное поло, и синхронное плавание. Потому что такое спортсооружение, оно не должно простаивать.